Мошенники активизировались в Караганде. По меньшей мере, за последние несколько дней в полицию обратились уже 6 человек. Людей останавливают на улице и по одинаковой схеме выманивают крупные суммы денег. Жертвы, поддавшись соблазну получить крупный выигрыш, снимают деньги с банковских счетов или сами выносят накопления из дома. Каков механизм преступной схемы и что делают правоохранители, чтобы найти мошенников, в сюжете Ирины Бабищевич. Елена, чье имя мы изменили и по ее просьбе не показываем лица, является родственницей 70-летней женщины, которую ловкие мошенники 15 июня ограбили на сумму, превышающую 1 000 000 тенге. Наша родственница шла утром в магазин на юго-востоке. К ней подошла женщина, сказала, что выигрывает кухонный гарнитур. Но для того, чтобы его получить, необходимо застраховать себя. Для того, чтобы застраховать, нужны деньги. Чем больше сумма, тем больше процент. Но смысл в том, что больше сумму вносите, значит, у вас есть шанс больше выиграть. Пенсионерка сначала не поверила в такую удачу. Однако мошенница сослалась на один из известных супермаркетов города, представившись сотрудницей. Якобы такая акция в честь открытия нового филиала, которое состоялось не так давно. Схема обмана проста. Пенсионерка должна была получить гарнитур, да еще и крупную сумму денег. Одна лишь деталь. Нужно быстро принести деньги, иначе выигрыш могут забрать другие. Затем подошла еще одна женщина и как будто тоже что-то выиграла. Все это, разумеется, сговор. Начали ругаться, начали: у вас нет таких денег, да надо, да вот надо быстрее. Затем подошел мужчина. Вокруг пенсионерки разыграли спектакль. Все наперебой шумели и хотели забрать себе выигрыш. Тогда пожилая женщина решает опередить всех и уже готова ехать в банк и снять наличность, сев в злополучную машину. С ней были еще двое, игравшие роль таких же счастливых обладателей выигрыша – женщина и мужчина. Вместе с этим мужчиной зашли в банк. Но, к сожалению, в банке нету ни одной камеры, та, которая очень хорошо проглядывается, просматривается ни на входе, ни на выходе, ни внутри в банке. Вообще ужас. Бабушка сама сняла больше 1 000 000 и сама передала их мошеннице в машине. Пенсионерку некоторое время возили по городу, а потом мужчине понадобилось выйти из машины. И для того, чтобы его выпустить, вышла и пенсионерка. Но тут перед ней захлопнулась дверь, и машина уехала. Лишь в этот момент пожилая женщина поняла, что ее обманули. Добравшись до лавочки, едва сумела позвонить родственникам. Она даже не знала, где находится. Пришлось подзывать детей для того, чтобы спросить адрес, где она находится, в каком районе, для того, чтобы родственница хоть немножко пришла в себя. На все про все, чтобы обмануть пенсионерку, ушло 40 минут. Сейчас она в больнице с сердечным приступом. В тот же день, часом ранее, была обманута еще одна женщина по той же схеме. Только деньги она отдала в собственной квартире и еще успела напоить чаем мошенников. В супермаркете, чьим брендом прикрывались мошенники, нам пояснили, что никаких акций вне торговой точки они никогда не устраивали. Все мы свои акции проводим непосредственно внутри торгового дома, будь то Язева, будь то Степной. Если мы что-то делаем, то мы это рекламируем по радио или по телевидению. И главное, ни на каких рынках и остановках мы не проводим никаких акций. Все проводится, еще раз говорю, непосредственно в супермаркете «Корзина». Число пострадавших от этих мошенников за выходные выросло до 6 человек. И это только те, кто обратились в полицию. Сейчас правоохранительные органы активно занялись поиском преступной группы. Ведутся оперативно-следственные мероприятия. По Караганде сотрудники ДПС останавливают машины, проходящие по ориентировке. В ДВД области в очередной раз предупреждают население не быть столь доверчивыми и не поддаваться на различного рода мошеннические схемы. Ирина Вабищевич, Дмитрий Оборок, Айдос Садыков, 5 канал.